На Шри-Ланке около 800 человек числятся пропавшими без вести из-за схода многочисленных оползней, вызванных проливными дождями. Ливни продолжаются уже несколько суток. По данным местных властей, многие деревни оказались полностью погребены под сошедшими с гор селями. В ряде районов объявлено чрезвычайное положение. Пока из-под обломков и грязи удалось извлечь 37 тел погибших, но спасатели уверены, что это далеко не окончательная цифра. Спасти живыми удалось 180 человек. Более 30 тысяч ланкийцев были вынуждены покинуть свои дома или эвакуировались с помощью спасателей. Серьезный материальный ущерб нанесли также удары молнии и сильный ветер. К работам на местах трагедии власти привлекли армию. Синоптики сообщают, что дожди не прекратятся раньше среды.